Тема нашей сегодняшней лекции – как совместить семью и карьеру. Так, теперь я хочу сказать для самого начала. Тема не была выбрана, как совместить семью и работу, а как совместить семью и карьеру. Так вот, это две разные вещи. То есть, как совместить семью и работу, об этом я очень много готова говорить. Что касается карьеры, то карьера – это такая штука, в которой нет границы. Человек хочет все больше и больше и больше добиться. Так вот, раз в жизни, когда мы стоим перед созданием семьи, мы стоим перед вопросом, какие у нас будут приоритеты. То есть, так как я всю жизнь говорю, если кто помнит старый фильм «Золушку», так там помощник волшебницы говорит: «Я еще не волшебник, я только учусь». Так я всегда говорю: я не волшебница, я даже не учусь на волшебницу. Поэтому лично я могу быть только в одном месте в одно время. Может, тут кто-то обладает способностями Гарри Поттера и может быть одновременно в двух местах. И у меня есть только две руки и одна голова. Поэтому я не претендую делать одновременно больше одной вещи. Это правда, что я могу думать о чем-то другом, когда я делаю эту вещь технически, скажем, если я мою посуду, я могу думать, о чем я собиралась здесь сегодня разговаривать, но я не могу одновременно думать и об этом, и о контрольной по истории, которую мои ученицы должны на следующей неделе получить. Так? Это одновременно не работает. Отсюда вытекает, что я должна для себя расставить приоритеты, на чем я больше всего хочу сосредоточиться. Теперь бывший советский приоритет говорил, конечно же, на работе и на карьере. И это сказывалось на всех семьях. У меня есть знакомая, которая говорит, один единственный ребенок был. Ребенка отправили в свое время, много лет назад, ребенок мой ровесник, почти, в круглосуточные ясли. Брали домой по воскресеньям, потому что мама была занята на работе. Мама в свое время на работе очень много добилась, но сегодня она мне сама рассказывала, что ее ребенок говорит, что он концентрационный лагерь прошел в раннем детстве. Так вот, если я решаю, что для меня самое главное – это работа, то семье я смогу, не работа, опять извиняюсь, карьера, то семье я смогу уделять ровно столько, сколько это не будет мешать карьере. Что касается того, насколько я буду довольна своим выбором потом, то действительно надо себя спросить, и спросить в молодом возрасте. Вот пройдет 25-30 лет. Как я себя хочу представить через 25 лет? Так, 25 много, давайте 20. Так, что бы мне хотелось? Допустим, я стану участником какой-то крупной фирмы, я добьюсь каких-то особых достижений. А дальше? Что дальше? Так вот, лично я предлагаю такой подход, я не знаю, насколько современным эмансипированным женщинам его легко будет принять. Лично моя карьера – это моя семья. Так? И на этой карьере я
посвятила 20 с лишним лет жизни, сегодня, так как на этой карьере я, слава Богу, добилась того, что я хочу, и сегодня получаю дивиденды, мне привозят дивиденды на шаббат, они симпатичные мои дивиденды, так или у меня уже есть и такие, которые их не привозят, они приходят помочь бабушке сделать, то я сегодня могу гораздо больше посвящать себя другим областям жизни. И между прочим, может, кому-то не кажется, но я лично ощущаю себя еще очень молодой, у меня еще вся жизнь впереди, можно заняться второй карьерой. Теперь, мои доводы в пользу моей первой карьеры. Первое, я только что сказала, что когда человек продвигается по лестнице карьеры, он хочет добиться того, чтобы его взяли в какую-нибудь крупную фирму, чтобы он там занял положение, статус и так далее. Девочки, в моей фирме у меня был такой компаньон, которого у меня не может быть ни в одной другой. Написано, что я была компаньоном с самим Всевышним. Так? Я не знаю ни одного другого дела, скажем, даже если бы я сделала докторат по истории и преподавала бы не в средней школе, а в универе, что меня бы Бог взял там в компаньоны. Теперь еще одно. В любой карьере другого сорта я завишу от интриг вокруг, от протекции. Тут я завишу от наших взаимных усилий, моих и мужа. Так все-таки меньше людей, которые должны делать эту карьеру. И, само собой, от помощи Всевышнего, к которому я обращалась, как все. Так вот, я могу вам сказать одно, совершенно открыто, я глубоко убеждена, что если бы я себя посвятила другой карьере, возможно, у меня сегодня бы был докторат. А что было бы дальше? Вы знаете, я уже несколько раз разговаривала с людьми, и я думаю, что вы их в любой сфере можете найти, которые говорят: у меня overqualification. Так, то есть моя квалификация чересчур велика для того, чтобы найти какую-то работу. У меня есть знакомые с докторатами, которые сидят дома, школа их принимать не хочет, кому нужен докторат в школе. А высшие учебные заведения, за это же платить надо. Любое мое достижение требует дополнительной платы, так? А в школе кому я нужна? Так? А оказывается, в высших учебных заведениях либо люди держатся за место, и вклиниться очень непросто, либо опять оказывается то, что я говорю, квалификация чересчур высока, и не хотят брать людей на работу. Учились. И я не придумываю сейчас, я лично знакома с несколькими такими людьми. Человек, у которого постдокторат по физике из Соединенных Штатов, приехал сюда, пытался устроиться на работу и был необыкновенно счастлив, когда его взяли на подготовительный курс, на махину, то есть для израильтян, для студентов быстро закончить материал на багрут по физике. Так?
другая моя знакомая, преподавательница биологии и химии, сидит без работы, потому что overqualification, где она пробует, она на чересчур высоком уровне. Чем я выше росла, как мама и жена, мне увольнение не грозило, я не считалась overqualification. Так, дай Бог дойти до подходящей квалификации. Теперь, женщины, я не хочу, чтобы поняли из того, что я здесь говорю, что я предлагаю не учиться и не работать. Нет. Во-первых, я считаю, что в современном мире женщина нуждается в специальности и нуждается в работе. Я считаю, что... Когда человек работает, он должен работать честно и выполнять все обязанности в отношении работы. И если у меня есть способности, то жалко, что они пропадают даром. Но это не карьера. Карьера – это когда я готова всем платить, лишь бы продвинуться. А если моя карьера в семье? И у меня есть специальность. Я взвешиваю, каким образом моя работа меньше всего мешает нашей семейной жизни. Приведу пример. Я знаю много медсестер, которые выбирают 2-3 ночные смены с тем, чтобы с утра, когда дети уйдут поспать, и во вторую половину дня, когда дети дома, быть с детьми. Это не каждая должна так решать, но сама идея этого решения заключается в том, что женщина ищет тот вариант, который для семьи будет наиболее удобным. Это только один из примеров. Теперь, опять-таки, если я решила, что моя карьера – это моя семья, то нет конца совершенствования в этой карьере. Потому что, скажем так, я бы не предлагала вам наблюдать за мной 30 лет тому назад, как за образцом поведения с мужем и с детьми. Я 35 лет замужем, отмаявая с Рим, так? Я не думаю, что 30 лет тому назад я не то, что кого-то могла учить, даже мне самой иногда очень стыдно вспоминать себя в молодые годы, кроме одного. Я говорю, вот это было это были годы моей практики, так? И постепенно учишься точно так, как нет ни одной работы, на которой человек может продвинуться, не запоров пару раз задание, не сделав его плохо, так и в этой работе. Наехала на грабли с мужем, в следующий раз учишься, так не надо. Не знала, как себя вести с детьми, посоветовалась, изменила что-то, сделала. Постепенно это все продвигается. Я приведу крохотный пример. Значит, пару лет тому назад один из моих сыновей перед Суккот взялся, что он нашу сукку установит, благо они у нас полпраздника. Сукка у нас даже не в доме, а на улице. То есть нужно из склада по ступенькам поднять все эти доски от сукки и начать расставлять. А жена ему, чтобы спокойно готовиться к празднику, подбросила двух детей – 5 и 4, чтобы они наблюдали, как папа строит сукку, подавали гвоздики и так далее. Интересное занятие. Теперь он взял их охотно, но он боялся, чтобы они с ним шли по лестнице и поднимались, когда он таскает эти доски. И он им говорит: сейчас вы сидите на месте у бабушки дома, пока я не подниму все доски. Вот так я их подниму, тогда вам можно выйти и смотреть. То
ребенку 5 лет сказать, сейчас ты не, это значит вызвать желание делать да. Дети взвыли. Так, а мы, да, идем смотреть, мы не будем мешать под ногами, не упадет и так далее. Он мне таким серьезным голосом, я сейчас не собираюсь уступать. Так и уже завелся с детьми. Я говорю, дети, идите сюда, мы с вами сейчас сделаем украшения для суки, хотите? Вау, бросили его, побежали, я их посадила нарезать полоски и делать из них цепочку. Так все довольны жизнью, сын поднимает все по ступенькам, а я ему говорю, лапочка, капелька изобретательности, вместо того, чтобы сражаться с детьми, дай другой выход. Он на меня смотрит и говорит, мам, когда мне было 5 лет, ты-то тоже умела. Я расхохоталась, потому что я... Недаром он меня это спросил, мои бои с ним, это было что-то с чем-то, что я забыть через долгие годы не могу. Он мне говорит, вот я тебе обещаю, что пока я дорасту до твоего возраста, я научусь вот этой гибкости. Я должна сказать, что мы тут недавно были на шаббат, и я ему говорю, Йосиф, ты знаешь, ты опережаешь программу, не надо ждать 50. Вот оно, совершенствование в родительстве, в семейных отношениях, в том, как вести хозяйство. Ведь сколько... Вы знаете что? Много лет тому назад неприятно заниматься саморекламой, но по сегодняшний день на Толдот стоят мои старые лекции о домашнем хозяйстве, как вести хозяйство. Мне это сперва казалось полной глупостью. Так, особенно когда на Толдот записали, ну ладно, сижу с группой молодых девушек, объясняю. Звонит мне женщина из Нью-Йорка и говорит, я вам необыкновенно благодарна за эти лекции. Говорю, спасибо, но а что там такое? Она мне говорит, нет, знаете, советы – это хорошая штука, я ими пользуюсь. Но совсем не это главное в моих глазах. Как нас всю жизнь приучали? Учеба – это важно. Работа – это важно. А домашнее хозяйство – это ерунда, это не важно. Вы меня научили, что можно совершенствоваться в этом. Я говорю, слушайте, это самый большой комплимент, который я могла получить. Так вот, да, можно совершенствоваться. Ко мне сегодня зашла женщина, которой у меня не было 10 лет, и говорит, Цепора, эти шкафчики выглядят как будто вот так, как я их помню 10 лет назад. Я говорю, стараюсь, чтобы они были чистыми. Так вот, вот это все, это наш вклад в дом, в семью, в домашнее хозяйство. Во всем этом можно расти и превратить это в нашу карьеру. А вот теперь давайте поговорим о другой стороне. Каким образом можно совмещать нормальную, честную работу, не карьеру, и мою семейную карьеру, о которой я говорила? Потому что вот с этим придется столкнуться большинству женщин, кто не собирается выходить замуж за миллионера, так? У кого муж миллионер, ей предположительно и домашним хозяйством не придется заниматься и работать. Но так как я не вижу так много миллионеров, скажем так, жалко, конечно. Так вот, большинству приходится работать просто потому, что в сегодняшних условиях один, я уже не говорю там, где хотят, чтобы муж учил Тору, но даже в тех условиях, где просто люди работают, один сегодня почти не может прокормить семью, потому что цены растут, жизнь дорожает и так далее. Теперь. Очень трудно
сочетать работу и семью. Во-первых, потому что, давайте скажем так, если мне крупно-крупно повезло, и я могу работать только на часть ставки, так, это огромное везение. Что? Конечно, потому что в большинстве мест работы не согласны. Значит, опять-таки начинается цагарон, няня и так далее. Поэтому первое, о чем я говорю, если самое главное для меня семья, садимся и занимаемся арифметикой. Вообще имеет смысл, чтобы я работала сейчас в эти годы или не имеет? Если имеет, то есть остается сумма, которая нам для семьи важна, так, то само собой, что начинаем искать всякие очень непростые, нелегкие выходы. Что я называю «имеет смысл работать»? Можно сказать, так может и для 1000 шекелей имеет смысл работать. Но, женщины дорогие, вопрос, сколько я получаю в час. Так? То есть, если в конце месяца остается 1000 шекелей, а я работаю с 8 до 4, 5 раз в неделю, так, то моя зарплата никак не приближается к минимальной заработной плате. В этом смысле сейчас не имеет смысла работать. Иногда бывает, и я это знаю, люди говорят, а я работаю, чтобы сохранять себе рабочее место. То есть это другие соображения, опять-таки нужно обсудить, договориться, но если я сейчас уйду, через 5 лет, 6 лет мне будет очень трудно найти место по этой специальности. Скажем, я сегодня разговаривала с женщиной, у которой компьютерное образование. Она говорит, год не поработаешь, ты безнадежно отстала. Так уже вернуться очень непросто. Так, или... Учительницы зубами держатся за каждый кусок ставки, потому что на каждое место учительницы есть хотя бы 5 в религиозном мире. Так? Это другое соображение. Тогда, может быть, не учитывают деньги, или это имеет смысл. Но если мы вдвоем пришли к выводу, что работать сейчас невыгодно, то нужно проверить еще одну вещь. Женщины, для моей карьеры хорошей мамы и жены, или жены и мамы, мне необходимо еще и иметь подходящее настроение. Для большинства женщин сидение дома, круглосуточное сидение дома с маленькими детьми, это такой очень хороший рецепт для депрессии. Не у всех. Есть женщины, которые от этого получают удовольствие. Особенно женщины, которые вышли замуж, будучи постарше. Но есть женщины, которые от этого входят в состояние настоящей депрессии. И я всегда говорю такой женщине, найди себе что-то, что ты будешь пару раз в неделю выходить, не самое дорогое, какой-нибудь кружок, гимнастика, танцы, учебы, плавание, что хотите, иди, лекции, но закрывай за собой дверь дома снаружи пару раз в неделю, заряди батарейку. А у нас денег нет, я говорю, я извиняюсь, лечиться от депрессии будет стоить дороже. Так, это первое. Теперь мы рассчитали и пришли к выводу, что да, имеет смысл работать.
Значит, дальше. Я не имею угрызений совести по поводу того, что мой ребенок до 5 часов дня не дома. У нас нет другого выхода. Значит, я должна, как мама, больше уделить своему ребенку в шаббат. И вечером, а я очень многим мамам таким советую, тем, кто работают до 4, а ты еще на полчаса оставь ребенка лишних, и приди домой, что-то поешь и отдохни, и тогда хотя бы тот час, который ты будешь проводить со своими детьми, он будет час, в который ты будешь способна не только кричать «идите уже в кровать». Окей. Теперь. Дальше. Я должна себя спросить, что для меня самое важное. И не только для меня, а для моего мужа. Так? Что я имею в виду? Как я только что говорила, и я от своих слов не отказываюсь, в моих сутках 24 часа, у меня 2 руки, 2 ноги и 1 голова. Все, у кого есть другие сутки, очень попрошу одолжить мне 2 часа, мне будет что с ними делать. Но, по-моему, у большинства сутки такие же, как у меня. Так? Раз так... Я должна себя спросить, что я... Сколько времени у меня есть что-то успевать? Как вы сказали, я с вами. Раньше 5 я дома не буду. Для того, чтобы попасть на работу в 8, я должна выйти из дома в 7. Всем эта сказка должна выйти в 6:30, потому что в 7 я сижу в пробках и опаздываю. Ну, допустим, у меня сказочное состояние. Так, значит, с 7 до 17 я на работе. Сколько у нас? 10 часов. Все умею читать. От моих суток осталось 14. Как ни странно, мне что-то нужно спать. Кроме сна, мне еще что-то нужно съесть, переодеться, сделать душ, есть еще кое-какие человеческие нужды и так далее. Так, давайте так, я кладу на все это 8 часов. Меньше не получится. Так, то есть там, где получается меньше, я заранее ручаюсь, что я плохая жена и плохая мать, потому что я всех хочу убить, потому что я вечно не выспавшаяся, потому что я не спала даже 6 часов в сутки, что большинству молодых женщин недостаточно, в молодом возрасте нужно больше часов сна, но хотя бы это, так? Окей, так мы, было 10, прибавили 8, 18 часов, да? У меня остается 6 часов, которые я могу посвятить дому, семье, детям, мужу и так далее. Вот с этого момента мы начинаем планировать. Потому что все равно не успеешь. Что для меня самое важное? Так? Теперь, если меня лично спросят, то первое, что самое важное, это дать уход и заботу детям по той простой причине, что обычно там, где есть маленькие дети, они как-то еще не умеют сами себя обслуживать. Так? Значит, мне нужно будет кормить, купать, менять памперс, выводить хоть 2 раза в неделю на прогулку, играться, класть спать, так? Сколько мы снимаем на это все в день, женщины? Часа 3. Спасибочки, где мы уже? Так, 21. Осталось 3 часа. Так, если я хоть час в день
не побуду с мужем нормально, что происходит в большинстве семей, нету такого часа. Почему-то люди начинают удивляться, почему у них бесконечные споры, обиды, разногласия и так далее. Это очень просто ликвидировать, если я решу, что мы не каждый день по часу вместе, а, скажем, 2-3 раза в неделю делим все это общее время и берем из него, что мы по 2 часа, 3 раза в неделю, а не по часу ежедневно, так? Зато в это время мы действительно с мужем, и мы действительно проводим время вместе, как я сейчас не вдаюсь, но так, как нам обоим приятно. И опять-таки необходимое условие для того, чтобы это происходило, это как-то организоваться вдвоем, обсудить, поговорить, когда это можно, как это можно. А то есть иногда, что муж вполне готов с 11 до часу ночи проводить время вместе, но, увы, очень странно, его жена уже спит. Так оно не работает. И я не раз и не два разговаривала с парами, где я убеждала их обоих построить 2 вечера в неделю, что эти вечера начинаются рано, они посвящены друг другу и остальные вещи в сторону. Короче, куда я веду? У меня остается максимум 2-2,5 часа в день на домашнее хозяйство и на свою личную жизнь без мужа и детей. Я вот теперь я сажусь и спрашиваю себя, что мне важно. Так опять, что мне важно? Мне важно, чтобы у нас дома была свежая вареная еда, мой муж это любит, ему очень важно, чтобы была вкусная пища, окей, это первое. Знаете, что это второе, в любом доме первое это стирки, потому что ничего не поделаешь, они никогда не кончаются, нету. Так, окей. Моему мужу довольно безразлично, какая еда, но ему ужасно важно зайти в дом, и чтобы можно было зайти в дом, и чтобы дом выглядел как дом, а не склад. Значит, мы едим самую простую еду, я не фантазирую, кое-что покупаю готовое, зато я стараюсь больше убрать. Моему мужу важна поглаженная рубашка, а мне важно, чтобы дети выглядели аккуратно. Вот это первое. Все не успею. Никуда. Ничего не поделаешь. Теперь, если же начнутся интересные разговоры в семье на тему, а как моя мама успевала, так обычно это говорят мужья, а жены тяжело вздыхают, потому что и они помнят, что их мама успевала. А вот они как-то очень странно не успевают. Так я всегда напоминаю и таким мужчинам, и таким женщинам, что они обычно себя помнят лет 6, 7, 8, так? Раньше мы себя просто не помним. Или уж, по крайней мере, даже если мы помним, мы никакого внимания на дом не обращали. Нам это было глубоко до лампочки. Так, а когда, если у меня будет 1 7-летний или 8-летний ребенок, я берусь убрать квартиру, так, мне его не надо сидеть и кормить, ему не надо менять памперсы, стирки все-таки меньше, чем с младенцем и так далее.
Поэтому я не говорю сейчас про религиозные семьи по 12 детей и про 14 детей. Я говорю про такие семьи, как большинство хочет, трое-четверо детей. Так, это уже что-то совсем другое, чем вот этот вот единственный ребенок, при котором еще и была такая ужасно удобная штука. Бабушка. Так? Здесь отсутствует напрочь. 100% я абсолютно не... Она присутствует, она выходит на пенсию в 62 года. А там здесь была бабушка в 55. Это просто нереально. Это не только это. Я уже один раз все проделала. Вот теперь мое время для карьеры в той области, в которой мне интересно. И я готова быть очень милой, любящей бабушкой на летних каникулах, на ханукальных каникулах, на шаббат. А в будние дни я не бабушка, я преподаватель. У меня есть работа. Точно так же, как у моих детей. Так вот, не могу успевать все никуда. А поэтому, если мы хотим как-то совмещать работу и семью, то должно быть понятно обеим сторонам, чего мы хотим. То есть любой мужчина, который хочет, чтобы жена работала, должен понимать, что у этого есть цена. Любая женщина, которая хочет работать, должна понимать, что у этого есть цена. Садимся и считаем цену и договариваемся между собой, что для нас самое важное. Я вам хочу сказать, в каком-то плане, когда мои дети стали подрастать, я для себя решила, что самое для меня главное, чтобы им было с кем поговорить, когда нужно. А очень часто я знаю, как ведется разговор с детьми. Мама моет пол или моет посуду, ребенок что-то говорит, а мама говорит «да-да-да-да», «не-не-не», «да-да-да», «не-не-не». И потом, когда пройдет еще несколько лет, мама будет говорить: «Ну почему, когда я спрашиваю свою дочь-подростка или своего сына-подростка, что у них слышно, они мне говорят: «Ма, не морочь голову, все в порядке». Он давным-давно привык, что ни маму, ни папу это не интересует. Он, папа и мама, заняты важными делами. Так вот, я для себя в свое время решила, что для меня самое важное – это общение с моими детьми. Мы пришли к общему такому решению. Это было за счет очень многого. Дома бывало: «Ого, какой переворот!» А я, между прочим, чистоплотный человек, мне это тяжело давалось. Не всегда я успевала то, что я хочу. Я вообще, я это сплошное счастье, я учительница, так там действительно можно работать только на часть ставки. Но при всем при том, так, мне было ясно, что вот это для меня самое главное, значит, я готова платить чем-то другим. А так, чтобы все успеть, не бывает. Я дома мужу сказала, что мне предстоит лекция на эту тему. Он мне говорит: «Моя дорогая, эту лекцию можно свести к двум предложениям. Скажи, нужно просто решить, что мы не успеваем. И каждый раз не успевать что-то другое». Потому что другого способа, я ему говорю, я именно это и хотела сказать,
Он мне говорит, другого способа просто не существует. Невозможно. И нужно с самого начала знать, что все не успеем. И снизить в каких-то вещах свои ожидания от себя. И это всегда очень непросто. Мне тут недавно одна женщина сказала, но так хочется, чтобы все было как надо. Я говорю, ну что делать? У Гарри Поттера. Ну как? Он одновременно мог быть в нескольких местах. В реальной жизни такого не будет. Теперь, если же мы сговорились, что для нас по-настоящему важно, а я еще раз повторяю, и не готова отказаться от своих слов, что для того, чтобы у нас была хорошая, дружная семья, первое – это наши отношения с мужем, а второе – это наши отношения с детьми, а все остальное потом, то вот так и строится эта пирамида. И тогда, во-первых, в своей главной карьере я добиваюсь того, что я хочу, насколько можно, с помощью Всевышнего. Во-вторых, я скажу так, нигде нет такой отдачи, когда мы этого добиваемся. Ни от какой карьеры женщина не получит, в конце концов, столько наслаждения и счастья, как если она построила хорошую семью, и у нее хорошие отношения с мужем и хорошие отношения с детьми. Да, я серьезно думаю, что ради этого стоит приносить в жертву кое-какие вещи, иногда даже очень, очень непростые. Но, во-первых, смотрите, сегодня самый знаменитый израильский лозунг, и он во всем мире такой. «Галам шаях лецаирим» – «Мир принадлежит молодым». Так? И действительно, кажется, вот чего не добьюсь до 25, 27, 30. Позвольте мне рассказать одну историю. Когда мне исполнилось 27 лет, так мама мне позвонила поздравить меня в день рождения. И я разревелась и сказала, не с чем поздравлять. Я тогда сидела дома, это было перед памперсами, а у меня было трое маленьких детей, поэтому кроме обычной стирки я еще 2-3 раза в неделю стирала полную машину. Уже не руками, слава богу, в стиральной машине, но стирала и вешала полную машину пеленок, та, которая перед этим нужно было отстирать, если хотела, чтобы с них сошли все пятна. Я целый день, как белка в колесе, кормила, меняла, гуляла, переодевала. Так. И я маме сказала, все, жизнь закончена. Мой диплом можно повесить над стиральной машиной. Так, это единственное применение. Так. Я ничего не успеваю, у меня нет никакой жизни. У нас был долгий разговор, где мама меня тогда учила тому, что я сейчас говорю. Как найти какое-то время для себя, как решить, что более важно, менее важно. Но не это я хочу сказать. Если бы в тот день рождения кто-то пришел и сказал бы мне, а ты знаешь, не сегодня, так сегодня это через 30 лет,
но через 15 лет от этого дня рождения ты будешь работать, дома будет порядок, будет то, будет все, у тебя будет время учиться вещам, которые тебе интересны. Я бы сказала, ну не рассказывайте мне сказки. Так, правильно. Я еще раз повторяю, может быть, если я спрошу кого-то, так сказать, на уровне академической карьеры в своей области, я другой не могла сделать, так, то я упустила, я всего лишь со второй степени учительница в средней школе и так далее. Теперь, если меня кто-то спросит, что я по жизни потеряла, я так и не поняла. Ну хорошо, был бы у меня докторат, и я бы преподавала в университете. А какая бы была разница? Студенты бы не занимались посторонними вещами, так как мои ученицы в средней школе. Так, или, ну правильно, что да, то да, надо было бы проверять только две контрольные в год вместо многих. Так и то у меня был преподаватель, который нам каждую неделю давал работу и собирал, когда я училась на вторую степень. Так, сказал, что его совершенно не устраивает только оценка в сессию. Так как принципиально, какая бы была разница, так? А вот какая разница, что для меня на сегодняшний день, после 35 лет брака, мой муж самый дорогой человек на свете, и я также чувствую от него. И что, слава Богу, я счастлива, когда я вижу своих детей и внуков, вот это я понимаю, что я выиграла тем, что я в это вложила, что я этому посвятила, что по сегодняшний день. Тут мы были у одного из сыновей на шаббат, и невестка мне сказала, все, говорит. Я поняла, что ты дошла до точки с точки зрения усталости. Я говорю, а что такое? Он говорит, если вы, в смысле ее муж и я, не остались разговаривать до двух ночи, а ты пошла спать, так, значит, ты уже была усталая, так что дальше некуда. Это даже было сказано без ревности, потому что все мои невестки и мой зять привыкли, что когда приезжают, детям хочется посидеть и поговорить, и обсудить, и нам очень интересно вместе сегодня, когда им уже под 30, за 30. А мне, слава Богу, сколько есть. И для меня они мои лучшие друзья. Вот эта плата за те годы, она в моих глазах стоила вкладывать в эту карьеру. Опять-таки возвращаюсь. Необходимо решить, чем платим. То есть, кто думает, что я могу себя поделить между работой и семьей бесплатно, он ошибается. Так не бывает. Но когда мы договариваемся вместе, во-первых, об объеме работы, так, то есть, скажем, в моей профессии невозможно не работать на полную ставку. Я не про себя сейчас говорю. Так, значит, выбираем полную ставку или не выбираем? Выбираем, значит, вот этим придется за это платить. Мы решили про это. Что дальше в наших глазах самое главное? Я знаю, что я сейчас повторяюсь, я делаю нечто вроде подведения итога. Так, выбрали. Что для этого нужно? Какая помощь? Как организоваться? Выбрали. Вот теперь мы худо-бедно справляемся. Оставили себе какие-то
пусть даже крохотные окна, подышать и заправить собственную батарейку просто необходимо. И да, это очень непростая жизнь, но так можно. Если же мы решим, что мы будем пытаться успевать все, то у нас очень скоро наступит отчаяние, потому что носишься, пытаешься, видишь, как проигрываешь изо дня в день, и пропадает всякое желание стараться еще, потому что с самого начала цель невозможна. Я всегда говорю, что если я решу, что моя цель, скажем, я хочу похудеть, поэтому я хочу час в день ходить быстрым темпом, к примеру. Это цель, которую можно выполнить. Но если я решу, что я хочу похудеть, поэтому я ем только огурцы, так, они низкокалорийные, и 12 часов в день занимаюсь спортом, так то, во-первых, я очень скоро свалюсь от авитаминоза, так? А во-вторых, совершенно не хватит моих сил на что-то другое. Поэтому цели надо ставить реальные. И когда мы их перед собой поставили, их можно выполнять. Цель – совместить работу и семью так, чтобы ничто не терпело ущерба, невозможно. Теперь еще одна вещь, которую я хочу добавить. Очень много времени и сил уходит еще на одну вещь – на угрызение совести. Ой, а почему я такая плохая мама, что я провожу с детьми только один час в сутки? Кстати, я крайне редко вижу, чтобы хоть у кого-то были угрызения совести, что я с мужем вообще не провожу времени. Так иначе я бы очень быстро осталась безработна, если бы это вызывало угрызение совести. Я вполне готова отказаться от работы в этой области, но пока хватает. Так. Почему я такая не хозяйка? Почему я не дочка? Почему я на работе не самый перспективный работник и так далее? Да просто потому, что я обычный человек, и я не могу все успевать. Я бы очень хотела посвятить каждому ребенку час в день. А где его возьму? Когда-то... Я, кстати, не работала в молодые годы, мы решили, что это невыгодно. Но приехала ко мне моя мама, когда я родила четвертую. Она была маленькая и ела крохотными порциями. Кстати, все слышат, не кормила грудью, не получалось. И все мои дети живые и здоровые, ходят на двух ногах, и все зубы выросли, в больницах не лежали. Не, я пыталась кормить, но не остановила жизнь ради грудного кормления. Короче, приезжает мама, малышка съедает из бутылочки 100 грамм, и я ее закладываю в кроватку. Мама смотрит на это и говорит, что это за порция такая? Я говорю, мама, такая порция, которую она съедает. Это все потому, что у тебя нет терпения. Вот дай мне ребенка, и ты увидишь, что она съест нормальные 200 грамм. Мамочка, пожалуйста, бери ребенка, согрей бутылочку, согрела. Остуди бутылочку, остудила. Теперь мама сидела со следующими 100 граммами еще 2 часа, без всяких шуток. За это время я 2-3 раза подогрела ей бутылочку, а я была довольна, малая у нее на руках, у меня 2 часа свободного времени. Слушайте, что я успела, это невероятно. Так? Значит, и мама мне победительно показывает пустую бутылочку и говорит, вот когда есть терпение к ребенку. Я говорю, мамочка,
Я ее кормлю 5 раз в день. 2 часа на 5 у нас получается 10 часов. А мне еще, у меня, кроме нее, еще 3 и муж. Когда я буду делать еще что-то, если я ее каждый раз буду кормить 2 часа? Было гробовое молчание. А потом мама таким рассерженным тоном: «Вот так у меня с тобой вся жизнь и уходил». Я говорю: «Мамочка, дорогая, мое великое счастье, что я себе никогда не могла позволить. Между мной и следующим братом 4,5 года разницы, а у меня между всей командой из 3 старших 2,5 года разницы. Так надо было решать, что важно, что не важно». Так теперь... Я не уверена, что если бы у меня вызывали эти угрызения совести с первым ребенком, я бы их не испытывала. Но к 4-й я уже точно знала, что я не готова 2 часа кормить бутылочкой. Нет ничего, что этого стоит. Проголодается, я дам дальше. Но сидеть не буду вот так. Так вот, понимаете... Если мы себе скажем: вот это я могу успеть при всей своей любви к ребенку, при всем своем желании, я могу 5-10 минут вечером почитать всем детям, я могу каждого ребенка подержать на руках 5-10 минут, поцеловать, пообнимать. Я могу с подростком просидеть 2 часа, и пусть в этот день не будет вареного обеда. Если что-то случилось, это самое срочное. Но значит, не будет обеда, раз нам надо было посидеть и поговорить, и я хотела его слушать, а не прыгать между плитой и умывальником. Так вот... Нету угрызений совести, их не нужно. Разве что я знаю, что это мне иногда говорят, а я про себя знаю, что я просто бездельничаю. А я всегда спрашиваю: бездельничаешь или заряжаешь батарейку? Заряжаешь батарейку, значит, это твой часок в день, 3/4 часа, 1 час. Это не безделье. 5-6 часов напротив Фейсбука в Одноклассниках, и даже бездельем уже не назовешь, это уже другая категория, это уже зависимость. Так, но какое-то время понятно, что мне нужно как человеку. А дальше мне недавно одна сказала, что она страшно обижается на мужа за то, что он поставил ей код на компьютер. И он ей включает и выключает. Я говорю: а ты могла собой владеть? Если честно, нет. Ну, так что же делать? Хорошо, что кто-то снаружи помог. Но я сейчас говорю про тех, кто честно пытаются успеть. Так вот, нужно знать. Есть, знаете, я не думаю, что есть хоть одна мама, которая испытывает угрызение совести, что в день, что у ребенка была температура, и она с ним целый день возилась, и она не убрала дом, даже если дома погром. А если я не... А если я здоровым ребенком возилась, слава богу, не на нервах, а с удовольствием? Ведь, знаете... Есть какие-то вещи, которые потом не вспомнят. Я очень часто заглядываю, кто любит на здоровечко. Но когда я читаю все рецепты гурме, я только вижу, что написано, что приготовление этого блюда занимает очень много времени, но результаты того стоят. Я сразу говорю: не стоят. Мне так, мои дети прекрасно поедят что-то, что можно сготовить за 2,5 часа. Зато к сегодня, когда все подросли,
Я просто похвастаюсь, сейчас это уже чисто мамино хвастовство. Значит, я в свою, так как израильская детская религиозная литература, сегодня она стала лучше, но в годы моих детей она была до нудоты поучительной. А я из тех людей, которым, когда читают сказки про хороших детей, которые всегда себя ведут хорошо и слушаются родителей, у меня у самой зубы болят. Мне когда-то мои ученики подарили Карлсона на русском языке. И я своей компании его пересказывала на иврите, пропуская то, что цензура считала, что не подходит для хасидских религиозных детей, но сама идея этого человечка с моторчиком на животе, который летает и который что-то выделывает, и куча юмора, фантазия эта им страшно нравилась. И вот недавно сижу, мы сидим за шабатным столом, и один из моих сыновей, мужчине 32 года, мне говорит совершенно серьезным лицом: «Мама, ты знаешь, есть одна вещь, которую я тебе просто не могу простить». Я напугалась до невозможности. «Что там такое?» Спрашиваю, слушай. Мне говорят: «Как ты могла отдать нашим знакомым Карлсона? Теперь мои дети растут, и они этого не услышат». Так вот, вот эта глава Карлсона на ночь вспоминается по сегодняшний день. А готовила ли я какие-то суперроскошные блюда, поверьте мне, никто не помнит. Обычно ели вкусно, нормально, здорово. Я люблю готовить, но так, что ездили куда-то на каникулах, такое для детей, это они помнят. А всегда ли мама успевала все? Никто не помнит. Теперь, естественно, каждая для себя должна сказать, что ей самое главное, что она хочет успеть. Но вот, это то, что останется после нас навсегда. То есть время на несколько вопросов, если они есть. Да. Если в этой картинке семья, работа еще находится в категории, которая называется учеба, как это все сочетается вместе? Академическая, между не курсы раз в неделю по вечерам. Смотрите. Когда есть академическая учеба, это сейчас работа в этой семье. И на эту работу иногда нужно занять деньги. И потом, через несколько лет их выплачивать, потому что иначе невозможно учиться спокойно. Это должна быть готовность на эту учебу со стороны второй стороны, что человек себя сейчас посвящает учебе целиком и полностью, если мы хотим степень. Есть женщина, которую я бесконечно уважаю, религиозная, доктор-гинеколог Хана Катан, мама 10 детей. Так она говорила, что когда она, чтобы стать врачом-гинекологом, 7 лет обычной учебы, еще несколько лет специализации. Она говорит: у нас в семье было совершенно понятно, что это наша общая цель. Поэтому вещи подстраивались под эту цель. У меня была помощь, иначе невозможно. Не все 10 родились, пока она училась. Так, но муж помогал. Дома какие-то вещи с самого начала не делались. Но было решено, что она должна закончить учебу.
Опять это то, о чем я говорила, это наше общее решение, что нам в семье важно. Учиться, если у тебя нет поддержки от второй стороны, это нереально. Есть еще вопросы? Есть только один вопрос, как это все осуществляется в практической жизни, я понимаю. Нужен для этого муж, наверное. Для этого муж. Семья нужна. Чтобы он могла практиковаться. Ну, знаете, семья и карьера. Быстро. Так вот, первый этап семьи, это, конечно, муж, которого я очень желаю тем, у кого его еще нет. Амен. А дальше это постоянная практика на протяжении долгих лет. Поверьте, что мне сейчас еще надо практиковать. Я на этой неделе задержалась после работы с кем-то. Пришла домой, позвонила мужу и говорю: слушай, я полна угрызений совести. Значит, мясная мойка уже вышла за границы. Стать сейчас мыть посуду или идти спать? Он мне говорит: я вообще не понимаю вопроса. Конечно, идти спать. Я тебе гарантирую, посуда из мойки не убежит. Так, смотрите... Посуда из мойки честно дождалась меня на завтрашний день. Он мне даже не пообещал, он тоже был занят на работе. Я помою вместо тебя, у меня не, это не был намек. Я бы иначе сказала: сделай это. Так, но ничего не поделаешь, приходится решать, что есть какие-то вещи, которые не будут. Спасибо большое. Пожалуйста. А если очень много важно? А все важно. То есть работать нереально получается. Что? Не все, я не сказала все, я сказала, что много. Нет, а я считаю, что все. Очень... В семье. Да-да, я считаю, что очень важно посвятить время мужу, детям, вкусно сготовить, хорошо убрать, чисто постирать, починить все порванное. Все это очень важно. Вопрос только – приоритеты. Все невозможно успеть. Вместе сядем, решим, что по-настоящему важно. Ничем не поможет. И вот я до сих пор не работаю. По-прежнему нету. Окей, значит, на сейчас это самое правильное решение. Потом не возьмут меня уже вообще. Когда дети вырастут. Скажут, старая. Учиться потом тяжелее. Вы сейчас до толку от этого правда никакого. Спасибо, бросаю. Зачем вы, девочки, перестанут вообще? Вы знаете... Более стоящее, наверное. Смотрите, я не знаю, кто вы по профессии. Учитель английского языка. Да, я не пошла учительницей. Я решила, что я не смогу. Какого? Английского. Окей. Все. Так вот, пройдет сколько-то лет, и высвободится время, можно будет подумать, может, вы хотите продолжить к переводам. К примеру. Так, может, вы считаете, что английский так и останется в сторонке, а нужно приобрести какую-то другую специальность, но у вас есть высшее образование, вы не начнете с нуля. Так? И то, что вы говорите, вы старая будете, так не сегодня, а будете. Я не говорю, когда ваши дети женятся, и у вас будут внуки. Я говорю, когда дети подросли настолько, что их уже можно оставить самих во второй половине дня, чтобы согрели себе тарелку с едой в микроволновке, чтобы побыли пару часов сами и занялись себя, чтобы старший присмотрел за младшим. Это время приходит. Спасибо, я надеюсь.
Вы знаете что? Говорят, что, так сказать, найти работу, для этого требуется крият ямсуф, раскрытие Красного моря. Так, я вижу людей, у которых есть хорошие профессии, и это не получается. И вижу людей, которые вдруг устроились так. Так там, где Всевышний решит, что вы должны найти работу, она найдется, а без него это все равно не получится. Это я вам говорю точно.